аэропорту австралийского города Мельбурн компания Tesla провела рекламную акцию своего электрического кроссовера Tesla Model X с индексом P100D, который протащил новый Boeing 787 Dreamliner весом 126 тонн по рулежной дорожке. Данная модификация кроссовера оснащена двумя электромоторами суммарной мощностью 773 лошадиных сил. И хотя кроссоверы пользуются сегодня хорошим спросом у покупателей, тем не менее у Теслы именно кроссовер хуже всего продается, что связано с низким качеством сборки. Поэтому неудивительно, что руководство компании Tesla и решило провести рекламные акции кроссовера на разных континентах. Ну и первой такой акцией стала буксировка Боинга в аэропорту Мельбурна.